Сегодня 135 нижегородских кадет дали клятву и приняли присягу. Получить удостоверение из рук офицеров и отдать честь командирам смогли ученики с 5 по 10 классы. Основная цель торжества – научить молодое поколение ценить и продолжать традиции военнослужащих своего отечества. Генералы, педагоги, родители и новоиспеченные кадеты с одинаковым трепетом отнеслись к церемонии. Атмосфера обязывала. Сегодня те ребята, которые в этом году поступили в нашу школу, дают клятву быть честным, достойным кадетом, выполнять все требования кадета, то есть максимально приближая тем самым к, ну, скажем, к обязательствам военной присяги. Для меня очень это важно, потому что я чувствую себя кадетом, как бы воспитанник – это не то. Кадет – это более высший чин и звание.